Здравствуйте! Всех спешу поздравить с прошедшими праздниками, с Рождеством, кто его отмечает, и с Новым годом. Ну и с наступающим Старым Новым годом тоже. Если вам интересно это видео, то оставайтесь со мной. Мой обзор будет посвящен заказу Avon по третьему каталогу за 2016 год, который уже наступил. В общем, так получилось, что у меня как-то внезапно несколько не совсем тот, что я ожидала, заказ пришел. Ну, не в том плане, что там что-то не то, а в том плане, что иногда я долго-долго что-то выбираю, думаю, то или это, и в результате наобум кидаю один из кодов, и мне приходит не совсем то, что я ожидала или то, что хотела. Это я про вот этот вот скраб для лица с минералами Мертвого моря. Превосходное очищение. На самом деле я хотела что-то из молодежной серии попробовать, я не помню название марки, а каталог я уже утилизировала. Но, в принципе, это тоже неплохо. Вот что тут написано, помогает очистить кожу от загрязнений кожного сала. Она выглядит более свежей и подтянутой. Бла-бла-бла. Использовать 3 раза в неделю. Я-то хотела то, что использовать где-нибудь так раз в день. Ну, сегодня я его попробую носить. Тут 75 миллилитров. Сделан он в России. Вот такой вот серенький тюбичек. Сделан 11.11. Точнее, 1.11.2015. В общем, недавно. Будет жить он 3 года, если его юзать. Это вот такое вот средство. Потом я заказала себе скраб. Вообще, заказ полностью был для меня. Что-то у меня в этот раз никто ничего не выбрал. Я сначала хотела один из гелей оставить своему дядюшке на 23 февраля, но думаю, на 23 февраля ему что-нибудь другое закажу, потому что выяснилось, что роликовые дезики он не пользует. В общем, вот такой отшелушивающий скраб для тела «Морская лагуна» с витамином Е из серии Senses. Гель для душа был вкусный, но мало пенился. Тут 200 мл. А по типу такого скрабик у меня был, цитрусовый заряд, и он мне очень понравился. Я очень большие надежды возлагаю на этот же скрабик. Вообще взяла один тюбик, хотела 2, но решила, думаю, если что-то не пойдет не так, чем-то он мне не понравится, то уж пусть лучше будет один. Как-то его можно будет доюзать. Ну, думаю, я его завтра, надеюсь, использую. Ну, состав тут классический, частично химический. Я думаю, даже бесполезно его показывать. Я не уверена, сфокусируется ли у меня камера. Но на всякий случай, вот так. Кстати, он с витамином Е. Потом вот эта вот пена. Я еще на самом деле не смотрела каталог новый, только посмотрела это приложение, эти модные акценты. Правда, оно в этот раз называется Avon Стиль Жизни Актив. Но если в 4-м каталоге будет вот такая вот пенка, то я закажу ее еще, потому что даже вот просто я открутила перед тем, как видео снимать, понюхала, но для меня она пахнет чем-то таким вкусным вареницем. Его хочется сразу скушать. Не сказать, что малинкой, но чем-то таким сладеньким. Возможно, это орхидея так пахнет. А еще она мне напоминает шикарное красное вино типа Энкермана. Или Лозаннской долины. Вот такая пенка. Не знаю, гель мне сегодня опробовать какой-нибудь или все-таки эту пенку. 250 миллилитров. Пен для ванн, орхидея и малина. Сделано снова в России. Ну, в принципе, как-то и... Хотя нет, в Польше. Хоть и все и по-русски. Ну, в общем, не суть важно, где она сделана. Но такая пенка, она мне нравится. Я там тогда можно было потереть страничку, и потерла мне такую. Как я ждала, когда же заработает третий каталог по нашей зоне «Бегущий вперед». Так, что тут у нас еще? У меня тут был заказ чисто мой, вот эти 3 геля. По-моему, они стоили в наборе 229 ре. Я не помню, к ним ли шел пакетик в подарок, или все-таки пакетик в подарок у меня шел к туалетной водичке. В общем, я давно их хотела заказать, но все что-то или на них скидки не было, или меня душила жаба, или как-то так все не сложилось. А тут, в общем, взяла и сделала. Соблазнительная маракуйя и пион, гель для душа, освежающий с витаминами, 200 миллилитров. Кстати, пахнет очень вкусно. Возможно, что именно этой самой маракуйей. В общем, я-то сначала его хотела своему родственнику подарить, но когда открыла и понюхала, решила, что нафиг родственник, обойдется в другой раз. Потом
Цветущая сакура, мне кажется, у них раньше в Эйвене было, что такое с сакурой, то ли гель, то ли шампунь, и мне оно очень нравилось по запаху, а потом я люблю вишню, а вишня та же самая сакура, или точнее сакура та же самая вишня. Ну, пахнет очень вкусно, нежненько. Не знаю насчет сакуры, но очень вкусно. Потому что, допустим, цветок вишни в Ифраше пахнет чуть-чуть с горчинкой, а тут так сладенько. И то, из-за чего в основном я их и заказывала, это вот этот вот зелененький гель, бодрящий зеленый чай и вербена. Гель для душа, освежающий с витаминами. Тоже 200 мл. Avon Naturals для тела. Вообще хотела сначала набором, чтобы лосьон был и спрей. Но думаю, спрей мне как-то не очень. К тому же сейчас зима и, в принципе, спреями как-то для тела не очень пользуюсь. У меня духов на этот случай очень много. И вот он, кстати, пахнет такой горчинкой. Я уже разрываюсь, чем же мне сегодня вечером помыться в душике. Всеми тремя уж точно не получится. Либо я просто оттуда не вылезу. Что тут у нас дальше? Дальше у меня вот эти два пакетика. Один из них был за 5 рублей. Я не очень поняла суть этой программы. Как-то так получилось. В общем, я заказала, конечно, вот эту водичку. Пробничек в прошлом заказе у меня был, и она мне очень понравилась. И как пробничек, и как отогните уголочек и понюхайте в каталожике. Она, соответственно, еще не распечатана. Сейчас я при вас это все сделаю. И там был, что кажется, за 699 водичка, плюс за 10 рублей можно пакетик и лосьончик. Но я заказала, и получилось так, что у меня один пакетик с лосьончиком был действительно за 10 рублей оба, а другой пакетик с лосьончиком был вместе вот с этим вот. Ну, в общем, видимо, все же мне положили один пакетик с лосьончиком в довесок еще за 10 рублей. Вот так вот. Ну. А теперь второй. В общем, два у меня пакетика и два лосьончика. Лосьончики 150 миллилитров. Ой, я его выдавила. Он такой вот беленький. Раз уж выдавился, то я появилась. Вот свочь. Такой нежненький. Ну, по консистенции, как лосьончик, может даже чуть-чуть погуще. Он, ну, быстро так впитывается. Кожа гладкая. И действительно такой нежный аромат духов. Даже не могу передать, чем конкретно. Ну и цветами какими-то, может быть, даже розой, что-то такое. Ну, в общем, он мне очень нравится. Один кому-нибудь подарю. Один, естественно, сама завезу. Вот этот вскрытый. Это еще нет. Второй этот пакетик. Да, мне тут еще пришел этот открыточка за 1 рубль на 8 марта. Эйвен больше, чем красота. Ну, на 8 марта, когда наступит, может, кому-нибудь подарок закину. И вот этот вот первый в моей жизни купон на 600 рублей на какие-то определенные продукты из четвертого каталога. Там еще распродажа была, еще какая-то брошюрка с непонятной акцией, пока не очень в них разобралась. И эти духи. Сейчас я их вскрою. Давайте, вскрывайтесь. В общем, чуть нормально у меня не получилось, жду я сняла, но так как я буду сама их пользовать, то в принципе какая разница. И да, там была какая-то акция, что вот я сейчас вспомнила, что откроете, увидите код, куда-то там его введете, и, возможно, что-то выиграете. Я не особо в такие распродажи и вообще как там акции не очень верю, но попробую, может быть, что-то получится. Сделано у нас где оно? Такое ощущение, что сделано на Украине. Хотя, в принципе, где бы ни сделано было. Видимо, все же на Украине, потому что что-то очень много этой мовы. И вот он, долгожданный флакончик. Кажется, будто в нем больше миллилитров, чем 50. Шикарный, розовый. Прима. Крышечка такая интересная. И на колпачке Avon. И чем-то он мне напоминает даже немножко пурбланку, если туда добавить розочки. Я сегодня вроде ничем таким особо не душилась, чтобы он смешался.
общем, нежный, классный аромат женский. Вот на 8 марта там кому-нибудь или просто подарок, это самое суперское было. В общем, вот такой вот у меня был заказик и такой обзорчик. Там девочки как-то спрашивали в видео обзор про аромамасла. Я помню все это, не то чтобы я такой склероз, немножко тут дел было, но я постараюсь это записать. А еще про бижутерию. Бижутерию я не ношу, но могу сделать небольшой обзор какой-то части своей ювелирки. У меня в основном ювелирные украшения, так как вот это кольцо, это серебро с фианитом. И вот этот браслетик, на самом деле, это тоже серебро, тут гранаты и фианиты. Мне родня его подарила 2 года назад на 30-летие. Вот такой вот, такие дела. Если вам было интересно, то я рада. Ну и спасибо за просмотр и пока!